И пишете на листочек ответ на этот вопрос. То есть из всего списка вопросов нужно будет выбрать? Один. Хорошо. Нет, два. Два. На экзамен, на отчет один, а на экзамен два. Угу. Два вопроса. И вы пишете ответы на двух листочках. На одном один, на втором другой. Приходите ко мне, а я смотрю. Ну и как человек, который немножко это знает, о чем, собственно, предмет. Если это вот у вас написано блестяще, и видно, что вы все это прекрасно разбираетесь, и поэтому можно видеть, что вы все это знаете, может быть, сразу поставлена оценка. Если у меня возникают какие-то вопросы или сомнения, я вам предложу, укажу на некоторые недостатки и предложу вам сесть, отсесть и поработать. При этом, может быть, вы второй раз придете, я скажу, еще не доделали, еще вот вы поработаете и так далее. Количество раз, которые вы ко мне обращаетесь, не имеет никакого значения для оценки. То есть задача ведь какая экзамена? Вы приходите для того, чтобы воспроизвести то, что до этого вы потребляли. То есть вот сейчас мы в каком с вами соотношении? Я производитель знаний. Как бы вот так, я вам эти знания даю, а вы эти знания записываете, то есть потребляете. Поэтому если экзамены не проходят должным образом хорошо, ничего не остается. Потому что от потребления спортивного питания спортсменом еще никто не стал. И если даже я буду вам рассказывать, как плавать, то это, а если вы не умеете, то из этого ничего не выйдет. То есть плавать, чтобы научиться, надо плавать. Поэтому на экзамене картина меняется на противоположную. Вы эти знания излагаете, воспроизводите, а я становлюсь потребителем, да? Ну каким? Привередливым потребителем. Дескать, я любое не приму, а почему это так, а почему это вот так? И так далее, а вы мне это втолковываете, объясняете. И когда вы мне все объяснили, я ставлю вам отлично. А если вы при этом начали объяснять и наговорили там, ну, чего-то много неверного, то тогда хорошо. Но если очень много неверного, тогда уже удовлетворительно и так далее. Значит, может показаться, что такая-то либеральная такая форма очень, что вы сами выбрали. Но она тут и содержит в себе такой вот подвох, потому что если вы выбрали сами, и потом бледно выступаете, то тогда это любимое у вас, а тогда все остальные, ну, даже и спрашивать не надо, тогда все, тогда все. Вы же сами, наверное, вы выбрали то, что знаете, а не то, что не знаете. Вот. С другой стороны, эта форма приближена к тому, что вообще существует в науке при оценке знаний. Вот, допустим, вы делаете дипломную работу, она же неизвестная для вас, правда, тема, и курсовая уже известная. И вы над ней работаете, и что, бывают такие курсовые, на которые только положительные не указывают на замечания? Не бывает, правильно? А если вы сделаете дипломную работу, и что вы думаете, я не найду, как сказать, недостатков в вашей дипломной работе? Обычно пишут так, или там диссертация, хоть кандидатская, хоть докторская. Значит, перечень целый идет, это не то, это не так, с этим невозможно согласиться, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Ну, сначала идут, конечно, достоинства. А потом пишет, ну, отмечены недостатки, не снижают общего высокого уровня работы, она отвечает требованиям, предъявляемым там, кандидатским или докторским диссертациям, а имеет такая-то, заслуживает присуждения, присвоения ей присуждения ученой степени, там, кандидата или доктора наук. Так, и так обычно так и делают. Поэтому ничего такого нового в этом смысле тут нету в этой форме, а она, наоборот, так сказать, не школьная такая, а уже связанная с тем, что вы сами над собой работаете, ну и, соответственно, вы должны, так сказать, контролировать. Вы хотите отточить вот какие-то свои вещи, ну, оттачивайте. Так, теперь давайте с вами, на чем мы остановились. Мы с вами рассматривали, что такое философия, да, предмет, объект, метод. Вот, рассматривали материализм, идеализм, так? Субъективный идеализм. Угу. Так. И вот мы, собственно, а вот материализм, так сказать, мы рассматривали, так сказать, общий, когда речь идет о соотношении сознания и бытия. Да? Что первично? Бытие или сознание? И на него отвечают идеалисты так, что первично. Идея, сознание, а вторично материя. А материалисты отвечают наоборот.
Ну, а среди идеалистов мы выделили особо такую ядовитую форму идеализма, как субъективный идеализм, да, берклианство, солипсизм. Но есть еще и другой вопрос. А как соотносятся между собой уже не просто материя, а применительно к общественной форме материи, к общественной форме материи, общественное бытие и общественное сознание? Вот это мы с вами рассмотрели или не рассмотрели? Нет. Вот давайте мы займемся рассмотрением того, какие есть формы движения, разные виды движения, разные уровни материи, и применительно к высшей общественной форме движения, как выглядит этот же самый вопрос о первичности бытия и сознания. Значит, материя имеет разные уровни своей организации. А именно, вот есть такой механический уровень. В том числе вот двигаются все предметы, все абсолютно предметы, все части материи, все элементы материи. И крупные, и мелкие находятся в постоянном движении. Правильно? Движение можно брать как простое механическое движение. В чем его противоречие? Как вот это? В чем противоречие механического движения? Не можешь сказать? Нет. Вот представьте себе, что вы едете на автомобиле. Да? Едете. Вот мы проезжаем точку. В этой точке вы есть или нет, которую вы проезжаете? Да. Если вы в ней есть, и только есть, значит, вы должны тут как вкопанные остановиться. У вас такой тормоз хороший. Таких тормозов еще никто не выдумал, да? Чтобы вы в этой точке, вот, вы есть в этой точке. А у нас движение. Значит, можно ли ограничиться тем, что вы в этой точке есть? Ответ ваш правильный. Правильный, но не полный. Второй вопрос. А можно сказать, что вы в этой точке, вас нет? Вы же ее проезжаете? Раз вы проезжаете, то у вас в ней ее нет. А иначе, если вы только есть, то вы застряли. И это не изображает движение. Вот противоречие. Получается, с одной стороны мы эту точку проходим, а с другой стороны мы в этой точке находимся. То есть находимся и не находимся в этой точке. Это противоречие? Явное противоречие. Так сформулировано. Двигаться механически, значит, находиться и не находиться в этой точке. Земля вращается вокруг Солнца. Она что, находится в этой точке, траектории своей, правда? В своем движении, так сказать, вокруг Солнца. И не находится в ней одновременно. Если бы она только находилась, она бы вдруг остановилась. И у нас бы вместо весны, нет, у нас была бы вечная весна. И вот такая вот слякоть вот все время теперь. И не дождешься лета. В этой точке застряли. Но если бы мы не находились, тогда бы и не двигались. Что это за движение, если мы точку не проходим? Поэтому находиться и не находиться – это вот противоречие механического движения. И вот если мы рассматриваем механику, любую механику, в том числе и небесную механику, как движение планет, это вот такая форма организации материи. Кроме такой формы в организации материи есть, как известно, кроме частиц, есть и поле. И вот это поле взаимодействует с частицами, и вот это все совокупное. Есть поле тяготения, есть электромагнитные поля. Да? Вот свет, как современная физика говорит, это и волна, и частица, фотон. Сразу. Поэтому, вот, кстати, очень диалектическая такая трактовка. И так, и так. Значит, это изучает какая наука? Физика. И это физический уровень движения материи. Механический, хотя механика входит в физику, но в широком смысле физика не ограничивается механикой, правильно? Физический уровень, да.
следующий уровень организации. Вот химической формой есть организация материи. Берем натрий, берем хлор. Что получаем? Натрий. Представляете, видели натрий металлический? В школе видели, да? Чем его разрезать можно? Металл, который можно разрезать ножом, как масло. Да? Раз. Во-вторых, если его бросить в воду, что будет? Будет реакция натрия OH. Получите вы щелочь. Щелочь. И он может при этом расплавиться и будет таким огненным шаром носиться вот по вашей кружке или там, и может потом броситься вам в лицо. Есть хлор. Это лучше не нюхать. Что и будет, если вы будете нюхать хлор? Ожог. А? Ожог. Ожог, или можно и умереть. И умереть, правильно? Хлор, яд, ядовитый яд. То есть, если человек попадет вот в атмосферу хлора, и вот соединяется натрий и хлор, и что получается? Ничего не помню. Не помните? Нет. А вы сегодня обедали? А вчера? Вчера, да. А не солили там ничего? Солили. А формула соли какая? Натрий, хлор. А соду с молоком никогда не употребляли, когда горло заболит? Слышала. А? Слышала. Формула какая соды? Натрий, 2 СО3. 2 натрия и уголь, да. Углерод и 3 кислорода. Натрий, 2 СО3. Это сода. То есть, как только вот эти элементы материи соединяются, так это называлось тогда химическое сродство в свое время, они приобретают новые свойства, которые совсем не тождественны тем свойствам, которые были у отдельных элементов. Правда? И то, что вот, скажем, вот два, так сказать, вроде бы как опасных и ядовитых материала вы соединяете, получаете совершенно безопасный. А вы и водки не знаете формулу, что ли? Спирта знаете? Я знаю. Прямо вот спрашиваете, а сразу голову вылетает. Так вы же, интересно, это человек рекламы и связи с общественностью. Я общественность, вы со мной связаны как? Чего мне вас не спрашивать? Вас же могут любой спросить. Человек не знает. А то привезут вот, спирт, а мы не узнаем, что это спирт. А написано, что спирт. А формула? Я вот могу вам рассказать анекдот такой, как товарищи вот некоторые не знали, а другие товарищи, которые привезли спирт, начальники, знали. Они привезли, и вечером нужно было с утра использовать этот спирт для обработки деталей, потому что это делаются сложные приборы. И водой нельзя это обрабатывать, только спиртом. Вот. Ну, думает, ну вот мы привезли, вот оставим, сейчас вот сейчас уже какое время, видите, позднее, сейчас оставим здесь вот спирт, а ночью придут рабочие, ночной смены, увидят? Нюхают. Да, нет, оно закрыто. Увидят надпись, а надпись была такая, C2H5OH. То есть люди грамотные, значит, руководители, знали, что это спирт, C2H5OH. Ну, водород, вы знаете, как он горит? Ну, С2 – это обычный уголь, там, что там такое, углерод. OH – О, это кислород, H – это водород, водород тоже, сами понимаете. Но OH – это сразу соединение такое, которое напоминает вам о щелочи. В общем, ничего хорошего. А в целом С2H5OH. И вот они стали думать, что делать. И один говорит, давайте вот сотрем вот эти буквы некоторые, а оставим одно OH. Они увидят, и никто не будет пить OH. Вот если вам дать написать OH, будете пить? Не будете. Вот они так и поступили. Написали, вернее, стерли все остальное, оставили OH, думали, ну, теперь можно спокойно уезжать. Утром приезжают, все мертвецки пьяные лежат. Одного подзывает, говорит, слушай, ну, вот
Как вот вы пили? Что написано здесь? А что? Мы пришли, написано «он». Попробовали? Точно он. Ну, мы тогда его и выпили. Ваш. Аш, как «н» пишется. Вот. То есть химическое соединение атомов и молекулы приводит к новым формам, уровням организации материи. То есть материя, которая в молекулах. А температура, вы знаете, что такое означает температура? Выше температура, ниже температура. Что это значит? Если у вас выше температура стала, что это значит? Реакция. А? Реакция происходит. Что это? Реакция происходит. Какая реакция? Ну, на этом уровне, вот, как раз молекулярном, что это означает? Что происходит с молекулами, если температура выше? Движется быстрее. А? Движется быстрее. Движется быстрее, правильно. Быстрее двигаются молекулы. А еще быстрее, еще выше температура, еще быстрее. То есть это просто скорость движения молекул. А если температура ниже, значит они... А есть такое понятие, как абсолютный ноль. Это вроде бы как такое. Такой уровень температуры низкий. Минус сколько градусов? О чем мы? Вот мы с вами школьники одинаковые. Вот и вы в школе учились, и я в школе учился. Мы должны все знать. Я никакого нового знания по химии это точно не получил. Ну вот это абсолютный ноль. Вот он минус 273 градуса. А вот в этом смысле им надо абсолютный, что он недостижим. То есть как бы вы там ни охлаждали, но немножко сюда не дотягиваете. Потому что абсолютной неподвижности молекул достичь невозможно. Но можно всегда при любую скорость уменьшить. Например, любую скорость, которую вы зададите, самую маленькую, можно поделить пополам и ее уменьшить вдвое. Да? Потом ту уменьшить вдвое и так до бесконечности. Еще будете уменьшать, 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 и все равно у вас абсолютно ноль не будет. Ну вот. Вот это абсолютно. А если в другую сторону? Начнем нагревать. Что угодно. Вас не будем нагревать, меня будем нагревать. Когда будем меня нагревать, что произойдет? Ну, сначала повышается температура, так? То есть будет двигаться больше. Потом, что происходит с молекулами при дальнейшем нагревании? Неважно, я это, стол, сундук, кастрюля. Что при дальнейшем нагревании происходит с молекулами? Мы же про материю с вами изучаем. Мы должны знать, как устроена материя. Будете рекламировать, общественность объяснять, раз вы на связи с общественностью. Что с материей происходит с молекулой? Распадаются молекулы на отдельные атомы. А с атомами что происходит? Дальше нагреваем. Ну вот возьмем ситуацию с водой, чтобы было понятно. Берем воду. В твердом состоянии можем взять, как называется вода в твердом состоянии? Лед. Лед. Ставим на сковородку и жарим. Есть такое же понятие жареный лед. И жарим, и жарим. Не надо масла добавлять, не подгорит. И вот жарим, и жарим. Что получается в результате поджаривания льда? Ну, во-первых, получается жидкая вода, да? А потом продолжаем жарить. Увеличивать температуру. Что происходит? Пар. А пар это что? Превращение воды из жидкого состояния во что? Газообразное. В газообразное. И греем дальше. Не знаете, что будет? Масштабы у нас должны быть с вами. Так, вот, знаем, туда на минус 273, туда. А будет уже это, как называется, то состояние, когда вы перегреваете этот пар, перегретый пар. К чему это приходит? Молекулы воды, что с ними делается? Не удерживаются эти вот связи, которые есть между молекулами, не удерживают таких скоростей, и молекула распадается. На что распадается? Какие там у вас атомы? Формула воды, пожалуйста, будьте добры. H2O. H2O. Значит, два атома водорода вылетают, и один атом кислорода в свободном состоянии.
Но, как вы понимаете, в свободном состоянии так бы они соединились, если бы горели. А вот дальше вы их нагреваете, они не соединяются, им не соединится. И дальше происходит. А еще начинается разложение уже и атомов. То есть какие-то элементы вылетают оттуда, могут распадаться как частично и ядра при повышении температуры. Ну и вот это состояние, как называется? Плазма. Вот, например, у нас есть Балтийский завод тут на Васильевском острове. Там делают корабли. Ну, как вы думаете, нужно вот сделать... Представляете себе корабль, какие там толстые такие, вот такой толщины или такой толщины металл. Вот, а если это ледокол, то и вот такой толщины металл, особенно носовой, да, и больший. Ну, как его резать? Как вы будете пилой пилить? Как вы себе представляете? Чем режут? Плазменная резка, вот эта раскаленная такая масса. Она расплавляет и так ведут по контуру, как нарисовано. И строго. Причем программа есть соответствующая. И вырезают деталь корабля, чтобы потом их соединить. Плазменная резка. Плазма. Поэтому вот мы рассмотрели разные формы движения, но они соответствуют разным уровням. Вот это уровень, когда нет даже и атомы распадаются. Из них улетают разные частицы, и получается, вот еще несутся частицы, электроны выскакивают. Такой ветер получается из электронов. Более низкий уровень, или более высокий уровень молекулярный. Сначала атомарный, потом молекулярный, потом предметы уже есть. И эти предметы находятся в состоянии взаимодействия, там есть и слабое, и сильное взаимодействие, электромагнитное взаимодействие, и имеется закон всемирного тяготения, притягиваются разные вещества. Вот. И в силу этого мы можем говорить о разных формах движения материи и разных уровнях ее организации. То есть вот форма одна механическая, движение планет, светил, есть физическая, есть химическая форма движения, есть биологическая форма движения. Правильно? Жизнь – это что такое? Не задумывались над тем, что такое жизнь? Вы додумались, как ее прожить, вот что это такое? Не мешало бы и знать. Это что же жизнь, она же возникает не на всех уровнях, правда? Солнце не живое, Луна не живая, а мы с вами живые. Что такое жизнь? И вот уже вот идет физическое, вот есть молекулы, есть атомы, а тут вдруг есть вот такая форма движения материи, биологическая, правильно? Биологическое, это значит, есть, что у нас живое, это растения и животные. Что для них, что в общем является? Что это за такой способ существования материи, жизни? Все знают, что надо ее прожить достойно. Ну а как вот, что это такое, это что проживать-то? Ну как-то философия должна как-то немножко так представить, чтобы мы были, такую картину представляли, или бы мы могли объяснить. Правильно? Причем это в рекламе ведь можно использовать, сказать, что вот вы сначала это сказать, а потом сказать, вот хотите понять жизнь, вот покупайте нашу вот бритву и поймете настоящую жизнь. А так будете ходить бородатый и бывайте народ. Так, вот вопрос на зацепку. То есть не можете сказать, что такое жизнь? Ну, можно я вам помогу? Жизнь – способ существования белковых тел. То есть уже не просто какие-то там молекулы, и не просто органические вещества. А органические – это такие, которые близки по составу молекулы к тем, которые являются белками. А белки обладают свойством взаимодействия с внешней средой. Они находятся в состоянии обмена веществ. Вот эти вот белковые образования, они поглощают что-то, то, что нужно и для дальнейшего их роста и развития. И в то же время они выбрасывают из себя
любые вот такие, любые живые образования обязательно ими обладают одним свойством, что-то поглощать и что-то выбрасывать. Хоть вы возьмете инфузорию и туфельку, хоть вы возьмете любого животного, любое животное имеет, значит, такие органы, которые позволяют ему поглощать кислород, ну, питание. И с другой стороны, есть органы выделения. И нет, без исключения. Хотя это вот совсем многообразные все формы жизни, но все формы жизни этими свойствами обладают. Правильно? То есть вот этот обмен веществ сюда добавляется. Причем обмен веществ, который не таким каким-то внешним образом, как будто в ведро я налил одно, а вылил другое. Да? А обмен веществ – это свойство самих вот этих белковых образований, многомолекулярных организмов. То есть это белковые организмы сложные, которые обладают таким свойством существовать за счет обмена веществ с внешней природой. Как только они перестают осуществлять эту функцию обмена веществ, что происходит? Превращение из живых в неживые. Живет, потом раз, по разным причинам. То ли сердце остановится, а сердце должно все время работать, так? И все время приносить питание и кислород клеткам. Поэтому оно никогда не останавливается. Вот вы, хоть у вас перерыв бывает, вы, бывает, отдыхаете, а сердце ваше не отдыхает и так далее. То есть, ну, сказать, ну, сколько можно. Поэтому не надо так нападать на сердце, что, дескать, как это оно у меня забарахлило. Ну, вы, ребята, вы вообще-то без выходных, без суббот-воскресений, без вечеров, без спокойной жизни, все время давай и так далее. Вот. А вот это вот биологический уровень организации материи привел к тому, что появилась такая форма материи, которая обладает сознанием. Это какая форма? А что такое сознание? То есть она обладает свойством отражать другую материю и тем самым познавать ее. То есть такая часть материи, которая познает самую материю. Хочу вас порадовать. Нам с вами повезло. Мы с вами относимся как раз к этой форме материи. Вот у нас три человека. Это три человека вполне достаточно порадоваться тому, что мы относимся к такой форме существования материи, к такому уровню организации материи, когда мы уже как бы от имени материи познаем материю. Если вы возьмете само свойство отражения, вот вы киньте мячик в стенку, он отскочит. Правда? То есть вы гляньте в лужу, лужу, и там вы себя увидите. Лицо там ваше будет не искаженное. Если нет ветра, а если ветер будет, ну, немножко искаженное, рябь. Но вся материя обладает свойством отражения. А вот таким развитым свойством отражения, чтобы она как бы отпечатывает, то есть она настолько правильно отражает материю, что при своем дальнейшем обмене веществ получается именно то, что предполагалось вот этим самым живым человеком, живым существом. То есть, что является критерием истинности нашего, правильности отражения? А то, что мы когда действуем, то в соответствии с этим отражением, то мы приходим к тому результату, который намечали. Правильно? И поэтому вот Маркс писал, что чем отличается самый плохой архитектор от самой хорошей пчелы. Что самый плохой архитектор еще в начале строительства знает, что получится в итоге. Начало есть неразвитый результат. А для архитектора результат есть развернутое начало. Вот они сопоставимы, и начало, и результат. Правильно? Вот вы поступили на журналистский факультет, или сюда, высшую школу журналистики и массовых коммуникаций. Это было начало. А вначале вы знали, какой будет результат? Что вы закончите и получите диплом соответствующего отделения и факультета вот этого высшей школы журналистики и массовых коммуникаций. Вы уже вначале знали, чем дело кончится. А в конце вы получите результат, как развернутое начало. А мы сейчас с вами где-то на половине пути. Вот, так сказать, вместе участвуем в таком процессе превращения вас. Вы превращаетесь, а для вспомоществования представлены к вам преподаватели. Причем сейчас у нас с вами счастливый случай.
всю жизнь в советское время боролись за то, чтобы дошли до каждого преподавателя, до каждого студента. И вот оно состоялось. Видите, вот вы сидите, и с вами, так сказать, ведет работу профессор. Это где такое принято? Это принято в самых лучших формах в вузах. Потому что если бы вы в аспирантуре были, вы были бы моей аспиранткой, я бы с двумя, что ли, аспирантками сидел, или с одной? Я бы второй сказал, вы подойдите, я вот разбираюсь вот с темой вот этой, правильно? То есть вам повезло. С одной стороны, жалко, товарищи болеют, пожелаем им всем здоровья, с другой стороны, вы, так сказать, имеете возможность непосредственно, так сказать, любой вопрос, который вам нужно выяснить, можете выяснять. У нас обратная связь приветствуется. То есть, есть вопросы? Давайте. Вот. Это уже какая форма будет движения материи? Социальная форма движения материи. Человек. Как бы вы определили человека? Нет у вас случайно где-нибудь в кармане, там где-нибудь под мышкой определение такого, хотя бы завалящего определения человека? Человек – это кто? Дескать, нам для рекламы не надо знать, кто такие люди. Мы с людьми не работаем. А с кем вы работаете? Ну, согласитесь, что лучше бы знать, кто такой человек, правда? Неплохо было бы знать. Да вы не расстраивайтесь. Если вы не скажете, я скажу. Вы попробуйте. У нас как с вами остается? Вы пытаетесь? Не получается, я вам тогда говорю. И так и будем двигаться. А потом вы уже будете, да знаю. Так что такое человек? Вот это тоже вопрос. Я же такой, ну, не посторонний вам задал. Вы с людьми будете работать? Или не с людьми? Вы среди кошек будете рекламировать? Или собак? Вот как говорят, это продукты в зоомагазинах для животных. Нет, это товары не для животных. Товары для тех, у кого есть животные. Правильно? Для людей. Значит, товары для... Что, кошки сюда придут покупать? Придет кошка, скажет, мяу, дайте мне вот этот корм. Придут люди. Товары не для животных, товары для людей, у которых есть животные. Это грамотная постановка вопроса. Я не против такой надписи, но просто мы должны понимать, что имеется в виду. Так. Так что такое человек? Кто такой? Высшая степень развития. А? Высшая степень развития. Человек. Высшая форма развития. Ну, высшее – это высшее, но как, чем его характеризуется-то он? Это правильно то, что вы сказали. Что-то его характеризует? Как раз наличие сознания. А? Наличие сознания. Сознание. Оно, сознание как-то оно выскочило откуда-то, как оно. Тут, наверное, тоже надо так сделать, чтобы это сознание не так получилось, как из пушки выстрелило. Откуда взялось это сознание? Как-то невидная связь, иначе. Это еще продукт длительной эволюции, правда, животного мира? Длительной эволюции. И что вот не получилось так, что не было сознания, то завтра проснулся и начинает болтать. Болтать, разговаривать и сознание. Еще и пишет. На скале хотя бы. Значит, человек. Так можно определить человека с учетом того, что написал об этом Фридрих Энгельс. Вот он, когда взял для изучения, для рассмотрения, для анализа книгу, значит, книги работы Гегеля, в том числе «Философия природы», вот он пытался дать материалистическое истолкование и некоторым его положениям дополнить и развить. И вот он говорит, что человек – это, во-первых, это высшее, это, во-первых, общественное животное, а не любое животное. Правильно? Люди произошли не от каких-то отдельных единиц, а от таких стадных животных, общественных. Какие, вы знаете, животные такие общественные, коллективные, кроме человека? Ну, которые живут вот, общностью, обязательно, не по одиночке, там, не отдельной семьей, как две птички, а обязательно живут какой-то общностью. Ну, например, пингвины, они же так живут, это общественные животные. Они же греются даже коллективно, если они защищаются коллективно от мороза. Как там, там бы не выжить бы одинокой одной семье, не выжить даже по температурным соображениям, пропадет. Они собираются в большую группу, и у них температура вполне приемлемая, там, особенно для детей, для детенышей.
Значит, во-первых, человек есть животное общественное, раз. Во-вторых, что создало человек? Деятельность или нет? Откуда у него деятельность? Какой? Труд. Труд создал человек. Поэтому трудящиеся животные. Значит, животное общественное, раз. Трудящиеся, два. А в труде труд-то общественное явление, правда? Трудятся они совместно. И поэтому в труде и существует, и возникает потребность в сигналах, в общении друг с другом, в передаче сигналов. Когда вы должны мне подсказать, что я должен делать, или как-то передать, а я должен вам сказать, почему у меня не получается то, что вы мне советуете. Это называется, то есть это еще говорящее. То есть в труде вот эта способность появляется, говорящее, и тогда уже и разумное. Потому что если бы мы сказали только оно говорящее и разумное, получится тот, кто много болтает, тот самый разумный. Нет. Это уже разговор вытекает из труда и из общественной жизни. Человек – это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Хорошее определение. А определенность человека, то есть вот такое качество, которое позволяет нам отделить человека от других животных, очень простое. Вот нет таких животных, у кого есть мочка на ушах. То есть можно было так сказать, человек – это люди, это те, у кого есть такие животные, у кого есть мочка на ушах. И безошибочно, кроме тех, которые попали в аварию и не потеряли свои ушные раковины, мы их тоже отбросим. А они, между прочим, сказали, а как же мы? Мы вас не знаем. Но это не определение, а есть такое понятие определенность. То есть отрицание всего другого. То есть у кого нет мочек, те не люди. А у кого есть, те люди. Но тут нет никаких глубинных сущностных свойств. А мы с вами разбирали, с чем связаны вот эти все вещи. Они внутренне связаны, вот эти моменты, которые мы рассматривали. Правильно? Так. Вот. А человек может, раз он это общественное животное, он сам по себе может быть говорящим? Или он говорящим может и трудящимся стать только в обществе? Только в обществе и благодаря обществу. Причем с самого детства. Как говорится, в жизни уже в истории были такие эксперименты, которые никто специально не ставил. Были случаи, когда в стаи волков попадали человеческие детеныши. И что из них получалось? Из них получалось следующее, что если они там пробудут более 5 лет, то никогда из них, никогда человек уже появиться не может. То есть превращение, вот, так сказать, в человека происходит в самый ранний период, потому что вот это общение с матерью, там, с семьей, с другими людьми, выработка вот того, что в том числе и то самое обезьяничание, которое есть у детей, они хотят быть похожими на взрослых. Это все приводит к тому, что идет становление человека, и человек превращается из становящегося в ставшего человека, да, взрослого в этом смысле. Кто такой молодой человек? Это человек в становлении. Соответственно, и девушка тоже человек в становлении. Это же не другой, это же нельзя сказать, что это не человек, это молодой человек. Странно. Что если молодой человек не человек, что ли? Или девушка не человек? Что человек какой? Становление. Так. Ну, а раз человек общественный человек, то встает вопрос, а вот что первично, а что вторично? Общественное бытие или общественное сознание? Общественное сознание – это уже мысли общества. Мысли, которые в обществе, и эти мысли в обществе не сводятся к мыслям только ныне живущих людей. Правильно? То есть идет такое накопление знаний, накопление идей. И вот чем дальше развивается общество, тем богаче общественное сознание. И оно никак не сводится только к отражению общества в сознании ныне живущих. Правильно? Мы сегодня оперируем всем тем богатством знаний и всеми теми идеями, которые оперировало человечество за все время его существования. Правильно? И все это в нашем распоряжении. И никто у нас этого отнять не может. Но можно это и не брать. Можно ограничиваться всякой ерундой. Поэтому, вот, скажем, для современного человека
такая дилемма. Либо будем изучать великие творения, гениальные. И вот если мы будем изучать великие, гениальные творения, мы успеем их изучить все за нашу жизнь? Как вы думаете? Гениальные. Гениальных-то много уже. Ну, чуть-чуть успеем. А? Чуть-чуть успеем. Успеем. Ну, и успеем, если мы не будем отвлекаться на другое, правда? А гениальное это что такое? Гений, знаешь, что такое гений? То есть, с одной стороны, вот я должен вам читать лекции. С другой стороны, предполагается, что вот некоторые вещи, по идее, вроде бы как вы уже вот находитесь в таком положении. Положение у вас какое? Вы же, ну, вот специалисты в области воздействия на общество. То есть это все вот ваш такой багаж. Это не столько мой вот какой-то, а прям ваш вот, все это надо держать в руках. Так вот, гений это, во-первых, это талантливый человек. А талантливый кто такой? Вот, у которого выдающиеся способности. Но выдающиеся способности могут быть употреблены на развитие общества, а могут быть употреблены против общества, правильно? И все равно талантливый. Вот скажем, Гитлер талантливый человек? Несомненно. Начнем сравнивать вас и Гитлера. Вы книжку написали? Нет, а Гитлер написал «Майн кампф». А вы картину нарисовали? Нет, а он нарисовал. А вы были крупным полководцем Второй мировой войны? Ну, Гитлер крупный же полководец. Ну, то есть не просто так. Даже когда начали мы наступать, сколько долго длилась война, как трудно было сломить эту гитлеровскую машину военную, так ведь? Поэтому мы не можем говорить, что это ерунда там, мы сейчас вот шапками закидаем. Не закидаешь шапками. Поэтому, конечно, он крупный полководец. Но его позиция – это античеловеческая позиция, которая несла угрозу всему человечеству существованию. Поэтому, будучи талантливым, мы гением его не называем. Почему? Потому что гений, это, по определению, это человек, который, будучи талантливым человеком, использовал свои способности для продвижения человечества вперед. И не просто хотел продвинуть человечество, а продвинул. То есть история уже, она отбирает гениев. Вот кто продвинул человечество вперед, вот тот гений. Вот. Мы не знаем, что, насколько вы продвинете. Если вы продвинете человечество вперед, значит, будете вы гений. Не продвинете, будете способны. Тоже неплохо. Но для того, чтобы продвинуть человечество вперед, надо постоять на плечах гигантов, а не карликов. А в гениальных произведениях их очень немного. Например, вы не читали Цицерона, «Три трактата об ораторском искусстве»? Вот я вам очень советую взять, вот достать такую книжку и почитать, чтобы видеть, что вот так было давно написано. Это самая лучшая книга по ораторскому искусству за все время существования человечества. А почему она самая лучшая? А потому что он самый лучший римский оратор, но это было то время, когда от того, как выступишь, зависело все. И жизнь, и смерть, и благополучие, и разрешение всех споров. Потому что писанных законов было немного. Если вот вы выступили хорошо, удачно, а я неудачно, мне, возможно, отрубят голову, а вы все заберете имущество, которое было у меня. А сейчас выступай, не выступай, это все равно не отдам. Вот вы можете очень красноречиво добиваться того, чтобы я сейчас отдал вам свой кошелек. Давайте, я не отдам. Тем более сейчас появились там такие средства, как телевидение, радио, у которых кроме плюса есть и некий минус. То есть они могут людям неталантливым, примитивным давать возможность влиять на лживым, на массовую аудиторию. А люди великие, которые действительно много очень сделали и продвигают истину, они, если они не получают этого увеличения и умножения своих возможностей, они могут долгое время оставаться в забытии, так сказать, неизвестности. Но, как показывает история, обманывать можно многих и долгое время, но нельзя обманывать всех и всегда. Рано или поздно, вот, так сказать, то, что человек сделал, это останется.
И некоторые люди становятся известными после смерти, и выясняется, что они действительно были великими людьми и продвинули вперед человечество. А страдали они, не страдали, это истории, это не важно. История славит как самого счастливого, того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Это же хорошо? Вот. Так вот, по отношению к общественному бытию и общественному сознанию ставится вопрос. У нас был вопрос о бытии и сознании. Бытие первично, сознание вторично. А здесь говорится об общественном бытии и общественном. Это другие вещи, правильно? Общественное бытие – это что? Что называется общественным бытием? Ну, сама история, наверное. А? Сама история, наверное. Нет. Общественное бытие, вот Энгельс так определял, это производство непосредственной жизни. Производство непосредственной жизни. Это что значит? Во-первых, производство человека. Человека надо производить же. Ну, каждый люди это смертны же. А человечество вечно. Благодаря чему оно вечно? Благодаря тому, что люди производятся. То есть рождаются и воспитываются. Правильно? Поэтому рождение и воспитание детей – это тот базис, основа, без которой никогда не исчезает. Но это, так сказать, одна часть только этого базиса. А вторая часть – надо в средствах существования. Какие? То есть человек – это же животное. Хоть он 100 раз общественное, но это такое животное, которое требует условий для сохранения и воспроизводства жизни. То есть оно требует производства материальных благ. Поэтому воспроизводство непосредственной жизни или производство и воспроизводство непосредственной жизни – это производство людей и материальных благ. Другими словами, прежде чем заниматься наукой, искусством, литературой, журналистикой, что нужно делать? Нужно есть, пить и одеваться. Вот вы должны сюда прийти в одежде, здесь должно быть тепло, в доме должен гореть свет, правильно? То есть здесь должны быть столы, и вот без этого всего мы останемся только вот на таком уровне, на котором были люди в Греции, ходили по саду, и сад как назывался, по которому гуляли философы? Сказать? Академия он назывался. Этот сад, вот это самая академия, и положила начало всякого рода академии. Мы же тоже можем с вами пойти, вот у нас сейчас будет, у нас длительные занятия с вами, в мае будут тянуться, пойдем с вами, раз никто не хочет к нам приходить, может выздороветь, пойдем в летний сад, будем шагать по дорожкам, я буду вам рассказывать, спрашивать, нам не обязательно же здесь сидеть, а я не сказал, это нам предоставили аудиторию, но мы можем пойти туда, если будут нам предъявлять претензии, сказать, а вы занимались? Да, мы занимались, а где вы занимались? В летнем саду. А что плохого в летнем саду? А может, у вас есть корабль? У папы у вас нет корабля? Тогда мы по Неве будем ездить. Может, тогда и нам и кофе нальют. Будем поразмешивать в чашечках кофе. Я буду вас спрашивать про форму организации материи, а вы будете отвечать. И мы будем плыть так мимо, красиво, так хорошо. Ну, что-то студент пошел такой небогатый. Чего-то нет у них, ни кораблей, ни... Может, у вас есть телевизионная студия? Нету тоже. А радиостанции тоже не владеете? Ну что делать? Ну, будем так заниматься тогда. Но все равно условия нам обеспечены. Согласитесь, что нам все дано для того, чтобы мы занимались. То есть обеспечены условия для того, чтобы заниматься наукой, искусством, чтобы стать специалистами в этой области, скажем, рекламы и связь с общественностью, нужно есть, пить и одеваться. И это все обеспечено. Но стараются меньше все время давать, а они все равно живут, эти студенты. Очень живучий оказался такой. Живучий народ, и так им уменьшает стипендию, и всяк, все равно живут, никак не истребить их. Тягу к знаниям никак не убить их. И родители изо всех сил стараются как-то поддержать, чтобы вы выучились. Говорят, если они детей не выучат, тогда я не человек. Поэтому они самоотверженность проявляют необыкновенную. Чем пользуются некоторые люди, которые говорят, да не надо вообще стипендию там платить. Вот, кстати, вечерники пусть остаются, им стипендию платить не надо, хорошо. А у нас, тем не менее, вот в Институте философии уже вечерников нет. Это вот на журналистике остались, а так нет уже вечерников. Из других факультетов вообще не наверное? Да мало, почти нет его нигде. Это очень большая редкость уже. Потому что мы работаем. А?
У нас более прикладная специальность, и мы работаем фактически с первым. У нас теперь магистратура так сделана, что люди-то в магистратуре пятый-шестой год, это же немыслимо опять, так сказать, продолжать тянуть с родителей, поэтому тоже работают. А раз они работают, как вы думаете, когда начинаются занятия в магистратуре? Вот я веду занятия на втором курсе магистратуры конфликтолога у себя в институте философии. Когда вы думаете, начало занятия в магистратуре? 7:00 вечера. 17:10 также. Поэтому они себя изображают магистратуру, а на самом деле это перелицованное вечернее отделение. А вечернее отделение всегда же и заочное больше было по времени, чем дневное. Ну, потому что меньше часов. И поэтому растягивалось на большее время. Поэтому, так сказать, вот если бы вы взяли это вечернее, назвали его магистратурой, вы попали бы в точку. Только они сначала были на дневном, а потом оказались 2 года на вечернем. Вот и вся разница. Считается, что у нас нет вечернего. Ну, как нет? Вот вечернее, это магистратура, это и есть по существу вечернее отделение. Так. Так вот, что является определяющим вообще человеческой истории, это вот величайшее открытие Маркса и Энгельса, которое следовало за материалистическим истолкованием диалектики Гегеля, что определяющим вообще человеческой истории является производство и воспроизводство непосредственной жизни. И вот общественное бытие определяет общественное сознание. И вот мы начинаем двигаться по этапам, различным этапам и формам существования общества и выясняем, какое сознание было в первобытно-общинном обществе. Ну, было примитивное производство, в основном собирательство. Какое было сознание? Сознание соответствовало тому, что вот то, что на общее дело, это хорошо. Какое первобытное коммунистическое сознание, правильно? Думали, а кто руководил-то, мужчины или женщины первобытным обществом? Мужчины. Да ладно. А вы даете. Я к вам как к женщине обратился, а вы сразу передали это. Матриархат же был. Ну как можно мужикам давать распределять? Они бы, если дети бы остались голодные, придумали какую-нибудь пьянку бы. А ну когда женщины руководили, пьянки никакой не было. Все, что насобрали, мужчины приходили, они делили, чтобы все были накормлены. Матриархат был. Матриархат был. Знаете, сколько прожили при первобытном общинном коммунизме? Сказать? При господстве женщин 90 тысяч лет. 90 тысяч лет. А то, что вот мы там после этого началось, это вот правление мужчин, начиная с рабовладения, ну это, ну сколько там, ну что-то прошло, 2 с небольшим тысячи. А? 1006 лет. Да, еще и 2000 это только-только. Ерунда. А почему вышли на первое? Потому что если первые на первых порах в развитии человеческого общества и среди вот этих производства непосредственной жизни, какие отношения непосредственно по воспроизводству людей были важнее, чем производство материальных благ. Материальные блага – это как было? Собирательство, нашли корни, там, орехи, ну и охота и так далее. И поэтому главное было вот, – это кровнородственные отношения. А сейчас кровнородственные отношения играют роль? В экономической жизни или по общественной жизни, а? Большую? Какую роль они играют? Вот я, допустим, собственник завода по производству алюминия. А если я умру, кто будет собственником завода по производству алюминия? Вы? Люди хорошие или кто? Если я умру, кто будет у меня собственником завода этого? Семья. А? Семья. Не понял. Семья? Семья не будет. Кто-то один, кому я. Ну по какой линии это передается? По наследству? Ну, в наследники. То есть вся экономическая власть в современном обществе. Вот она вот как закончился период Советского Союза, так теперь вся экономическая власть передается по наследству. Даже если дурак дураком, сын, никакой не организатор производства, ничего не может сделать, он становится собственником. Западные страны, они себя уберегли от последствий этого дела, а именно, сделали высокий налог на наследство, на, скажем, процентов 90. То есть, если вы, скажем,
если я умираю, а вы моя дочь, единственная, то вы получите, а у меня 100 миллиардов, то вот 10%, 90% переходит государству, то есть из 100 миллиардов 90 миллиардов государству, а вам на разгон 10 миллиардов. Не так уж и слабо. Правильно? Вот. Но вы можете, если хотите, можете, так сказать, выкупить этого государства. То есть государство не надеется на то, что детки будут развивать производство. Оно прекрасно понимает, что то обстоятельство, что родители занимались этим организацией производства, не факт, что это будут делать дети. Верно? У них другие интересы, они уже занимаются другим. У вас наверняка родители занимаются не тем, чем вы сейчас занимаетесь. Правильно? Или тем же самым? Нет, и у меня нет. Ну, так, это понятное дело. Вот, так что вот эти кровно-родственные отношения, они не пропали. Они никуда не делись. И они свою роль играют. Но они на втором месте, потому что решающим стало материальное производство. И вот по-прежнему верно то, что было сформулировано Марксом и Энгельсом. Общественное бытие определяет общественное сознание. Означает ли это, что вот то, что вы есть, то, что вы едите, определяет ваше сознание? Нет, не означает. Правда? То есть нельзя сказать, то, что я есть, это то, что я ем. Нет. Теперь можно сказать, что ваше сознание определяется тем, вот в какой обстановке вы живете, там. В какой-то мере, да. Вот человек есть продукт, отдельный человек есть продукт, обстоятельств и воспитания. А что у него в голове? Это прямо не вытекает из вашего бытия, правильно? А по отношению к обществу в целом? Вот если общество буржуазное, какая идеология господствует в обществе? Коммунистическая? Нет, а какая? Если общество буржуазное... Производство, экономика буржуазная какая? Какая идеология тогда, если общественное бытие определяет общественное сознание? Какое сознание будет в обществе господствовать? В обществе всякие есть идеи, правда? И такие, и такие, и такие. А какие идеи господствуют, если общество буржуазное? Ну, у нас обществ не так много. У нас было общество первобытно-общинное, потом было какое? Начнем тогда с рабовладельческого. В рабовладельческом обществе чьи идеи господствуют? Рабов или рабовладельцев? Так, в феодальном обществе крестьян крепостных идей или помещиков? Феодалов. Феодалов. В буржуазном обществе буржуазии идеи господствуют или рабочего класса? Буржуазии. Ну, значит, без исключения. То есть общественное бытие определяет общественное сознание. Вот, например, если мы этот тезис применим к ближайшим там выборам, на выборах, если в большинстве голов какое сознание у нас в России? Буржуазное или социалистическое? Ну, если общественное бытие у нас буржуазное, что вы задумываетесь? Какое сознание в большинстве голов? Буржуазное. А голосовать вот люди пойдут, они в соответствии с тем, что у них в голове же будут голосовать? Значит, большинство голосов будет за какие партии отданы? За буржуазные или за пролетарские? За буржуазные. Поэтому волноваться-то не надо. Вот некоторые волнуются, надо, значит, честное сделать голосование. Если честное сделать голосование, честное и причестное. Но люди-то голосуют в соответствии с тем, что у них в голове. А если в голове буржуазное сознание, так вот если все честно сделать, не мухлевать, то победят буржуазные партии. А если мухлевать, то тоже победят буржуазные партии. И где-нибудь есть исключение из этого правила? Вас не... Не задумывались никогда, почему везде выбор проводят, выборы, думают, что давайте изменим нашу жизнь, но мы все время меняемся, только мы не измените общественный строй. Где-нибудь выборами изменили общественный строй когда-нибудь, в какой-нибудь стране? Напрягите свою голову. Нигде и никогда. Через выборы переход была... Буржуазная революция. Она что, выборами проводилась? Вот Дантон, Робеспьер, Марат, они там все организовали выборы и избрали буржуазию, да? Нет. А что они делали? Они сделали гильотину и отрубали головы.
противником буржуазной власти, так? Пламенные революционеры буржуазные. А социализм где-нибудь через выборы получился? Нет. И не может он получиться. А есть у нас люди, которые не знают этого вот положения, что общественное бытие определяет общественное, они целыми партиями ходят, гуляют в политической жизни. Вот КПРФ, они думают, что они голосование, голосует народ и выберет кого? КПРФ. Вы верите в это? Можно в это поверить. Если КПРФ станет буржуазной партией, то да. Но если она будет буржуазной партией, она и к этому близка. В таком случае, она же не пролетарская партия. Она и за крупный бизнес, и за мелкий бизнес, она и за рабочих, она и за крестьян, она и за мелкую буржуазию. Какая-то партия? Мелкобуржуазная. А мелкая буржуазия чем отличается? Что она стремится стать настоящей буржуазией, хозяином. Поэтому, ну, настроение какое в партии? Вот сейчас выборы, надо всем подняться, и мы тут что? Вот представьте себе, что вот вдруг КПРФ приходит к власти. И что будет? Во-первых, она не приходит к власти для начала. Потому что кто определяет? Вы же журналист. Ну, кто у нас самое сильное влияние осуществляет на общественное мнение? Кто определяет? У кого в руках телевизор? У вас есть телевизор? Нет, не в смысле смотреть, а в смысле компании телевизионного вещания. Нет, у вас нет. Ну, у кого в руках телевидение, тот и определяет. У кого в руках, а может быть, вы провайдер там, в интернет-компаниях? Может, у вас этот весь интернет в руках? Кто влияет? Вот от вас сразу Android требует. Дайте свое местоположение. Кто у вас, какие у вас контакты, ну, все. То есть общественное мнение и общественное сознание является производным общественным бытием. Скажите, просто это в современном обществе усвоено? А? Не усвоено совсем, наоборот. То есть мифы такие существуют, что вот мы пойдем на выборы и берем такую власть, которая будет справедливой. Ведь под этими мифами нет никаких оснований. Мы с вами занимаемся наукой для чего? Чтобы твердо знать, что общественное бытие определяет общественное сознание, что в буржуазном обществе на выборах побеждает буржуазные партии. Вот, например, сейчас мы отмечаем столетие революции Октябрьской. Ну, скажите, пожалуйста, вот большевики, что слабые политики, вот Ленин, слабый политик, не слабый, правда? Ну и какое место на выборах в учредительное собрание получили большевики? Ну не первое же. В учредительное собрание какое место у большевиков было? Вот выборы проходили в 17 году. В учредительное собрание какое место получили большевики? Что, первое место получили? Не помните, это что, это в какой стране было? Нашей? Ну, не получили они первое место. А как может? Ленин даже специально писал, вот есть такая статья у него, «Выборы, учредительное собрание и диктатура пролетариата», том 40-й. Очень вам ее рекомендую. Потому что она вот по этой вот проблеме общественного бытия, общественного создания. Говорит, ну это странно, говорит, при господстве буржуазных определителей воли, когда в руках у кого бумага, у кого газеты все, журналы, издательства, у кого в руках все те средства воздействия на трудящихся, как можете вы в этих условиях рассчитывать на то, чтобы при вот буржуазном строе экономическом вы получили бы большинство голосов на выборах. Это невозможно. А что тогда нужно делать? А где вот большевики стремились получить большинство голосов? В каких органах? Ну, в этом самом учредительном собрании не получили. А где они получили? В каких-то органах они получили большинство? В каких? Могу вам сказать. В советах. Не во всех. Вот в Москве Московский совет стал большевистским после Корниловского мятежа, когда вот большевики самоотверженной борьбой против контрреволюции Корниловской, которая хотела уничтожить плоды буржуазной революции и защитил
защитили временное правительство от Корнилова. Значит, в Петрограде большевистский стал совет, переизбрали. Советы чем отличаются к свойствам от парламента? Парламент вы избрали, и все. Вы можете отозвать какого-нибудь депутата? А кто-нибудь может отозвать? Никто не может. Факты есть такие? Во-первых, они по спискам проходят. Как вы можете отобрать? Это партия определяет, кто, кого напихал в список, тот того изберут. Как вы будете его отзывать? Никто не имеет никакого механизма отзыва. А в советы? Сегодня я говорил потом товарищи с того завода, от кого я депутат, сказали: Михаил Васильевич, вы что-то много говорите. Давайте-ка вот другие, идет товарищ, он долго молчал, пусть он пойдет депутатом, а вы отдохните. Вот там вот хорошо посидите, это полезно и так далее. И вот уже депутатом пошел другой человек. То есть вот эти органы подвижные, они были и сыро-меньшевистские в первой половине 17-го года, во второй половине стали большевистскими. А вот, говорит, мы власть возьмем с помощью этих советов, она уже будет советской, а не парламентской. Установим власть в России советскую и позволим всем, так сказать, создавать советы. И говорят, вот создавайте советы и берите власть в свои руки. И сразу займемся той задачей, которую нам нужно решить. Какую? Чтобы управлять Россией, надо на своей стороне сколько иметь? Меньшинство или большинство? Большинство. Большинство. А чтобы привлечь на свою сторону большинство, надо что сделать? Надо объявить мир народам. Кто сделал, кроме большевиков, кто-нибудь это сделал? Никто. Из воюющих стран. Никто. Никакие воюющие партии. Ничего. Крестьянам надо дать землю? Кто предлагал разделить землю между по едокам? Эсеры. Сделали эсеры? Нет. А кто сделал? Большевики. Так, землю крестьянам. Так, контроль рабочий устанавливаю. 8-часовой рабочий день. Не сделало временное правительство. 11,5 часов законодательно так и было. Так, 8-часовой рабочий день. И мы на свою сторону привлечем большинство народа. А дальше проверяйте, привлекли мы или нет. И кто стал проверять? Кто проверял, привлекли большевики на свою сторону большинство народа? Кто проверял? Могу сказать. Деникин проверял. И другие генералы белогвардейские проверяли, и кончилось тем, что выгнало их. Кто основную массу Красной Армии составлял? Рабочие или крестьяне? Основную массу Красной Армии кто составлял? Крестьяне. Крестьяне. Потом в Красной Армии высшие офицеры были царские? Как это нет? Военные спецы как же не были? Как раз высшие-то были. Наиболее квалифицированные царские генералы пошли к большевикам. Почему они пошли к большевикам? Из любви к большевикам? Нет. Потому что это правительство российское. А белогвардейцы кому служат? Антанте. Иностранным государствам. Франции, да, Англии. Что это мы будем служить, Франции, Англии? Мы служим России. Говорили эти самые. Мы их не любим, этих большевиков, но мы не пойдем туда служить. И они пошли. А большевики установили им зарплату, как и раньше платили, как буржуазным спецам. А своим чиновникам 500 рублей, остальное в партийную кассу, партмаксимум. Знаешь, что такое? Допустим, вот вы у меня, я вот начальник дороги, у меня зарплата 1000 рублей. А вы у меня главный инженер, у вас зарплата 800 рублей. А я в партии большевистской. У меня 500 рублей, раз, в партийную кассу, оставляется мне 500. А вы не член партии, вы 800, ничего себе дома. Да карьеристы что-то не рвались в такую партию, правда? А что рваться в такую партию, когда он столько денег забирает? Это страшное дело. Но по отношению к военным спецам, по буржуазным меркам оплачивали. Говорит, вот Ленин говорит, мы лучше заплатим это. За культуру надо заплатить. Какую? Военную культуру. А военная культура, она откуда берется? Она же тоже из речи складывается. Это не то, что взяли и выучили сейчас красноармейцы. Так просто не выучишь. Но поставили комиссаров, комиссары были, то есть они не бесконтрольные были, конечно, военные, царские. Они были под контролем. Но они достаточно самостоятельно разрабатывали операции и разгромили белую армию. А что, белая армия слабая была? Потому что неграмотные люди были, белогвардейцы. Они же грамотные были, образованные. Ну как же так получилось? Ну получилось, что грамота за грамотой, но что делал Деникин? Вот он шел к Москве,
и землю возвращал помещикам, а крестьян, которые начали уже эту землю обрабатывать, вешал. И чем больше он это делал, и чем ближе он подходил к Москве, тем хуже воевала белая армия, и тем лучше воевала красная армия. И он довешался до того, что уже вроде, казалось бы, дни советской власти были сочтены, красная армия погнала их на юг и уже неостановимы. И так они на корабле уехали в Европу, и на этом все закончилось. То есть проверка того, удалось ли большевикам на свою сторону привлечь большинство народа, состоялась. Иногда вот говорят, что это кучка людей, которые, ну да, вот такая кучка людей, за которой стоит большинство народа. Вы станете кучкой людей, за которой будет выражать интересы большинства народа, и за вами будет стоять большинство народа, и что никакой военной силы от вас эту власть забрать нельзя, и тогда будете считать, что вот вы. Да, мы скромно можем сейчас называть это небольшой группой людей. Хотя в большевистской партии в 17 году было 40 тысяч человек. Это не такая маленькая сила. То есть вот пример того, что если люди понимают, как Ленин понимал, что общественное бытие определяет общественное сознание, не надо думать и играть в глупую эту игру. Вот вы сядете с наперсочниками играть. Кто выиграет, если вы будете по-честному с ними играть? Кто выиграет? С наперсочниками, не знаете, вот они, три этих колпачка и там шарик. Вот когда они раскладывают свои, шарик у них уже вот здесь. Поэтому никогда вы не найдете, когда откроете, всегда вы проиграете. Какая с ними должна быть история? Не садитесь никогда с ними играть. Все. Если как только сели, все, вы пропали. И это вот, эти выборы, они вот такая вот рублетка. Это же очень хорошо. Тем более, что, скажем, ограничения какие-то есть сейчас вот на явку. Вот сколько нужно, чтобы пришло человек на выборы, чтобы выборы состоялись. Вот мой однофамилец Гаврила Попов организовывал тут в Смольном было такое мероприятие, конференция, посвященная там социалистическим течениям, демократии. Вот у меня тоже такое было выступление. Я говорил, ну что, демократия-то у вас выродилась совсем. Она же демократия, по идее, вроде власть большинства. А если вот приходит 20% на выборы человек, 20%, сугубое меньшинство. Из этих 20% вы получаете 11% или 12% вы получили. Да? 12% от 20. Это что такое? 2% населения, 2,4. И это вы, имея мандат от 2,4% населения, насаждаете свою диктатуру. Ну какая демократия? То есть выродилась ваша демократия, все. И графу хоть убрали, которые там против всех, все убрали. Ну это уже смешно. То есть, строго говоря, вот придут Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич на выборы. Выборы состоялись, правильно? Мы можем с вами и не ходить. Ну лучше, если мы придем, так как-то красивее будет, правда? КПРФ придет, тоже она оживит это все, потому что она думает, что она вот на этих выборах. Ну уж, наверное, представителей Единой России будет больше, которые за Единую Россию, потому что она правящая партия, она представляет правящий класс. Где он правящий? В экономике. Кто в экономике правящий, тот и на выборах победит. Если вот вы, скажем, соревнуетесь со мной на выборах, а я одномандатник, а у меня денег миллиард выброшен на выборы, и вот мы начинаем с вами агитационную кампанию. Я сразу нанимаю студентов вашего факультета, плачу им по 5 тысяч в день, чтобы они ходили и все ваши бумажки срывали. И на сверх ваших бумажек наклеили мои, да еще про вас говорили, писали там, что она такая-сякая, раз такая, а мои цветные будут вот так высоко, и люди проходят со стремянками и вывешивают. А еще билборды, еще у нас, вы знаете, что у нас выделяет государство время для дискуссии, мы с вами будем дискутировать. 2 минуты вы, 2 минуты я. А потом я 500 миллионов потрачу на то, чтобы я сидел на телевидении безвылазно и рассказывал, какая вы плохая и какой я хороший по сравнению с вами. Потому что позволяет, можно же ведь покупать время на телевидении только за счет своего фонда. А кто может пополнять? Я, во-первых, сам могу пополнять. Я человек не бедный, у меня миллиард.
на это выделен 500, я туда бах, в этот избирательный фонд. А вот товарищ, у него 3 миллиарда, не киньте мне, пожалуйста, в этот фондик. У вас только нет там американской, английской там собственности, только у нас строго по закону в России, только если нет участия иностранного капитала. Вот такие компании могут, а вам-то кто внесет? Вам никто не внесет. И вы хотите со мной соревноваться? Идите лучше ко мне в штаб. Я вам дам столько денег, что вы никогда столько не заработаете даже депутатом. И все, и закончилась ваша выборная кампания. Короче говоря, я вам все рассказываю, так сказать, сказки, или так оно и есть? Так оно и есть. Вот мы должны в этом смысле, как люди просвещенные, ну, не иллюзиями питаться там и мифами, а видеть картину так, как она есть. Основываясь на чем? На важнейшем тезисе исторического материализма, который в чем состоит? Что общественное бытие определяет общественное сознание. Это значит, что отдельные люди могут как угодно быть. Вот, может быть, капиталист, вот Энгельс капиталистом был, папа у него был капиталист, он потом получил фабрику от папы, он вождь мирового пролетариата. Ленин был дворянином, Дзержинский был дворянином. Дворяне, декабристы, помещики выступили против крепостного права. Так? Да. То есть сама по себе принадлежность отдельных лиц к господствующему классу ни о чем не говорит. А вот этот тезис относится не к лицам отдельным. Лица как угодно могут себя вести. Вовсе просвещенные люди смотрят дальше своего класса. Ну вот он крупный, у него, сказать, светлая голова, он же понимает, что ну что это за жизнь, когда все подчинено это чистогану. Набрать, набрать, набрать денег. Ну хорошо, набрали. И дальше что? Еще набрать. А дальше что? А еще набрать. И друг друга убивают. И, так сказать, и друг другу, так сказать, они все время вечные, у них склоки. Чтобы как отнять, перекупить, забрать. Тут же взятки. Посмотрите, что вот эти чиновники тогда, их подкупают. Они дают, им дают взятки. А те, значит, пытаются вырваться самим стать этими самыми предпринимателями и тоже этим же самым заниматься. То есть люди просвещенные, это им не нравится. И сказать, что у нас счастлив класс буржуазный, нет, ну, такая жизнь. Их же убивают там 25 лет, 30 лет запросто. Ну нас-то кто будет вот нас убивать? Мы никому не нужны с вами. Наоборот, даже кто-то. Представляете, чтобы кто-то купил бы оружие, автомат Калашникова, чтобы нас с вами убить. Это смешно. Сейчас мы совершенно в полной безопасности. Они просто отворачиваются от нас и смотрят, как только увидят. Железная дверь, значит, антенна круглая. Обязательно должна быть охранная сигнализация. Вот, тогда приходят с кусачками за охранную сигнализацию. Перекусывают, болгаркой разрезают эту самую железную дверь, связывают хозяина, выносят все это имущество. Самое дорогое. Зачем нам это брать? Что, он диван будет брать? Нет, он золотишко, так сказать, валюту заберет, там, 15 миллионов долларов или 20 миллионов долларов, сядет на автомобиль, который тут, Porsche стоит, или Mercedes, и укатил. А там за углом второй автомобиль, потом третий, в который он пересядет. Поэтому после этого начинается вихрь антитеррор. Собаки приходят и нюхают, и вот собака проследила след, взяла. Дошла до конца, до подъезда, понюхала асфальт и после этого сообщает. А дальше след затерялся, потому что, видимо, ехали на автомобиле, и концов нет. Я вам рассказываю не сказку, а рассказываю вам быль из современной нашей экономической, общественно-политической жизни. А поскольку дело уже дошло до сказки были, то на этом позвольте сегодняшнюю лекцию и завершить. Главное, чтобы мы никогда не забывали вот этот тезис исторического материализма. Это величайшее открытие научное, которое еще не осознано большинством, что общественное бытие определяет общественное сознание. Спасибо за внимание.